Здравствуйте, господа зрители. В ролике, посвященном нарушениям восприятия, автор справедливо указывает на то, что эти нарушения, а именно галлюцинации, иллюзии, деперсонализация, являются маркерами психоза. То есть мы говорим, иллюзии, галлюцинации равно психоз. Это важно в каком смысле? В выработке лечения, конечно. Потому что если психоз, значит соответствующее лечение, соответствующие медикаменты, конечно, должны преобладать. И поэтому такое рутинное, в каком-то смысле, рутинный анализ, что мы видим, нарушение восприятия, иллюзии, галлюцинации. Что это такое? Это психоз, уровень психоза и, соответственно, лечение здесь соответствующее. В этой связи я хотел бы остановиться на одном аспекте. Это у детей, у подростков такое нарушение, как анорексия. То есть оно, в общем-то, исходит из представления о себе, о своем теле, о пропорциях тела, о весе, как несоответствующим неким идеальным таким представлениям. И есть такой симптом зеркала. То есть подросток смотрит на свое отражение, и как бы будучи убежденным в том, что он пышечка, толстый и так далее, и так далее. То есть не соответствует реалиям. Это восприятие не соответствует реалиям. То есть оно как бы подпадает под классическое определение галлюцинаций, ну, иллюзий. Иногда грань провести очень сложно между ними. И тем не менее, вот эта вот анорексия, она, ну, частью которой является симптом зеркала, является следствием не столько психоза даже, сколько каких-то вот таких подростковых метафизических изменений возрастных. И лечить здесь это все как психоз, нагружая соответствующими медикаментами, было бы не совсем правильно. Потому что, ну, подверженный вот этим нарушениям субъект, ребенок, подросток, учится, хорошо учится. Вот. Что при психозе-то вряд ли мы бы наблюдали. Поэтому не всегда, скажем, вот выявление феноменов, похожих на иллюзии и галлюцинации, ставят знак равенства между состоянием человека и понятием психоза. Соответственно, лечение несколько другое. А в целом, конечно, это очень важная тема, и несмотря на ее рутинность, она является важным фактором на выработке терапии. Всего вам доброго.